Начни борьбу с диабетом прямо сейчас. Под таким девизом в Крымске отметили День здоровья. На территории поликлиники в этот день для всех крымчан работали краевые и районные специалисты, передвижной флюорограф и 3 кабинета УЗИ, школа диабета, мобильный пункт переливания крови. Сегодня принимают 22 специалиста. Преимущественно это специалисты Крымской центральной районной больницы, но есть и специалисты краевые, которые подъехали для того, чтобы специально помочь жителям нашего района с проблемами, которые могут возникать. Приехал краевой дерматолог, приехал краевой нарколог, приехали специалисты с центра профилактики для того, чтобы провести определенные тренинговые моменты с школьниками нашего района. Работа в этот день велась в ускоренном режиме. Никаких очередей и длительных ожиданий результатов. Такие дни здоровья нужны, признаются крымчане. Еще и как нужны, потому что другой раз приходишь к врачу, да, вот я не могла попасть к нейропатологу, занята, красным горит у него все. А вот сегодня меня приняли и назначили мне лечение, а так я лечилась сама. А сегодня вот уже я лечусь с врачами, как говорится, не самостоятельно. Я очень довольна, мне понравилось, хорошо все. Не каждый же может доехать до Краснодара, потом вернуться, потом туда в очереди там стоять, пока его примут врачи. А здесь на месте без очереди, без ничего пройдет обследование, и этим самым он как бы продлит свою жизнь. Поэтому я думаю, что нужно, конечно, медикам сказать за это большое спасибо, поблагодарить их за то внимание, которое оказывает нам, простым гражданам. Ну вот сегодня вот нейропатолог мне назначил. Я вот УЗИ брюшной полости прошла. Я прошла УЗИ шейного отдела грудного, этого позвонка своего. Вот, сейчас пойду к кардиологу из ЭКГ. Она мне тоже назначит лечение. Вот хорошо. Вот сегодня прямо таки отлично. Вот нигде ни очереди, ничего, спокойно. Вообще замечательно. О том, как оказать медицинскую помощь в экстренной ситуации, узнали ученики 7 классов 2 и 9 школ. Вызываете врача, вызываете службу и ждете. С 8 до 13 часов 1320 крымчан, более 1000 горожан и сотни жителей района посетили Крымскую поликлинику. Самыми востребованными специалистами стали кардиолог, офтальмолог и эндокринолог. Результаты обследований порадовали. Всего у 34% выявили нарушения в состоянии здоровья. Врачи призывают всех крымчан не откладывать проблемы с самочувствием в долгий ящик. На прием к специалистам можно записаться через интернет, где есть и страничка для обратной связи. Также на сайте Крымской городской больницы можно найти и другую полную и интересную информацию.